Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс мыла в виде георгина. Для этого нам понадобится силиконовая формочка георгин, масло семян лимона, отдушка Эвиэбель Ланком, гелевый краситель Страудбери, мика косметическая и мыльная основа. Для начала растопим мыльную основу. Основа у нас растопилась. Теперь добавляем гелевый краситель. Хорошо перемешиваем. И смотрим, достаточно ли нам . Теперь добавляем масло семян лимона. Несколько капель. Я добавила 4. Дальше берем мику. Хорошо перемешиваем. Основа должна быть хорошо перемешана с микой, чтобы не было никаких комочков. Поэтому делаем это очень тщательно. В итоге мыло будет красивого такого перламутрового оттенка. Вы можете и не добавлять мику, а можете добавить совсем немного, можете добавить больше по вашему усмотрению. Так, теперь мы добавляем отдушку. Отдушка добавляется в самом конце, чтобы аромат был более яркий. Если вы добавите раньше, да, он уже будет не такой. Я добавила 5 капель. Вы смотрите по своему усмотрению, какого аромата вы хотите достичь. Крепкого или же более нежного. Так, у нас все размешалось. И теперь мы заливаем мыло в формочку. И ждем, пока мыло полностью застынет. Мыло застыло, и мы достали его из формы. В итоге получился вот такой цветок в виде георгина. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!